Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в игру Crusader Kings 2 и будем нападать на данную территорию. Карик. А я уже наконец-то разобрался, кто вот этот вот мужчина. Он оказывается просто вассал данного ярла, которому я выделил вот эту вот территорию. Видите, он довольно-таки могучий и сильный, поэтому пошел и захватил. За нефиг делать. Вот такие дела. Так, а тут я же могу тоже чего-то досоздать. Вот так, например. В принципе, тут сынишка. Могу ли я ему подарить? Не то. Так. А, блин. Давайте тогда вот этому подарим, а? Потому что у меня слишком много. Почему Килдер еще? А, потому что вот он, походу, захватил. Ну ладно, пусть будет так. Так, канцлер у нас будет новый. Так. Угу. Здесь отдал, здесь, по-моему, мне принадлежит. Да. И вот эта вот территория тоже мне. Так, хорошо. А вот эти вот острова мне бы кому-нибудь да передать. Так, интересно. Так, кому же передать вот эти вот острова? Если я здесь хозяин. А вот, блин. Не хочется никому отдавать вот эти вот земли. Но, наверное, придется. Пусть будут мои полностью вот Ирландия и вот этот остров. А эти островки, наверное, придется подарить. Так. Ну, зато мы освободим три свои территории. Но я бы, конечно, хотел какому-нибудь родственнику их вручить. Так, есть ли у нас уже дети? Так. По мужской линии желательно. Так, не то. Нет, тоже не то. Вот. Так. Нету мужиков свободных, что ли? Племянник. Почему он мой племянник? Не могу понять. Так, дубль 2. А, они вот какие-то, смотрите, странные, непонятно откуда пришедшие. Да. А, вот они, по идее, сестры. Но почему-то они понятны все. Как-то. Ну, девки. Ладно. Пока не могу никому передать. Хочу родственнику отдать эти острова. Я их развивал, чтобы отдать какому-то дяде стороннему. Нет, не пойдет.
Так, ну что, давайте нападем вот на эту территорию. Так, сколько у тебя воинов? 800. Если я сразу отправлю сюда, у него там вообще кто-нибудь есть? Так, этот умер, другой назначен, да? Хорошо. Так, ну все. О, здесь уже Англия забрала свою землю. Замечательно. Отставить, это кто такой? Католичество сбунтовалось, католичество. Да вы что, всю мою гвардию сожрете? Вот сволочи-то какие, а. Слов нету. Так, 3000, ну, здесь у меня сколько? Полторашечка. А давайте всех поднимать. Делать нечего. Так, давай-ка на корабли. Объединим все дело. Потому что 3000 воинов я совсем не ждал. Просто взяли из ниоткуда, образовались. Так, вас тоже сюда. Ну да, вроде должен забрать. Так, давайте сюда. 4 сюда. Здесь у нас 1000 вмещается. Хорошо. Тоже. Так, и вот кораблики. Ага, еще островок. Чуть не просохатил. Так, все, корабли вперед. И все пойдем вот сюда. Да? Отлично. Блин, такая маленькая, никчемная территория и вообще раз и такое было. Жесть. Половину сал у меня тут войск. Так, пока нормально. Корабля. Давайте-ка их заберем. Сюда. Можно будет распустить. А, пока неплохо. Так, давайте этих тоже распустим. У нас уже есть 7000. Назначаем сюда полководцев грамотных. Так, хорошо. Тут что? Он захватил? Нет. Сколько тебе еще на захват надо? Чтобы маленько потерял своих воинов надо. Под уничтожил, так сказать. Так, что вы доплыли? Хорошо. И вот на кораблик. И сюда.
такой длинный путь делает, чтобы в порт попасть. Было бы проще чик и завернули бы. Нет, надо им через все Ирландское море проплыть. Так, меньше воинов стало. А у нас тем временем почти 10 тысяч. Я думаю, уже можно спокойненько ударить. Жаль, конечно, что он не успел там захватить, но я думаю, сейчас захвачу это дело безболезненно. Так, 600. Так, давайте разделим. Так. И вот сюда. Так, пусть бегают, добивают, а остальная армия пока дожимает территорию. Тоже неплохо. Далее опять. Догоним. Легкой пехоты здесь гораздо больше. Вон стоят викинги. Хорошо. Отлично. Король наш помер. Наконец-то у меня есть наследник. Так, как вы видите, я пока не могу переключиться. Нужно захватить вот эти вот территории небольшие. Ну, этим мы займемся, конечно же. Так. Нам... 12, блин. Надо раздавать земли. Давайте этим и займемся. Вот эту землю, наверное, передадим вот этому мужчине. Так, хорошо. Все, он довольно-таки крепкий мужик. Получил по заслугам. Так, короткое правление. Это территория тоже моя, да? И вот это моя. Это хорошо. Осталось бы неплохо передать пару островов. Блин, престиж-то полный жо. Почему, интересно знать? Ну и как я не хочу эти острова кому-то передавать? Ну надо. Ты вообще кто такая? Что за страшилище-то? Я тебя потом убью, наверное. Ладно, это мы сделаем чуть позже. Так, маршала, кстати, надо назначить. Да, иди. А, избыток личных владений. Да я в курсе, в курсе. Вот отсюда что ли передать? Блин, я не хочу терять такой мощный плацдарм вот здесь. Но и острова как бы тоже передавать кому как не хочется. Так, вот этот я могу в принципе кому-то подарить. Давайте пригласим. Так, принять католичество, провести блок, так, торговые корабли. Так, Никлас. Посмотрим. Отличный, отличный мужчина, пожалуй тебе. Давайте ему, наверное, эти, блин, я отдам. Вот это вот ярство.
Ну ладно, пусть. Пусть будет счастлив. Так, а я маршала опять назначу. Блин, вообще жесть. Вальдемар. Так, а если попробуем сделать вот так? Все земли, мужчина, тюрьме, нет. Браки, наша религия, наша культура. Так, даже не пригласишь. 23 года. Вот. Не хочет. Жаль. 51, 41. Вообще нельзя никого что пригласить. Так что издеваетесь? Так, тогда давайте дворянина пригласим. Коль. Ну, я даже и не знаю. У этого 12, у этого 11. Но зато он свободен. Ладно, пусть будет. Иди изучай. Так, а мы тем временем пока захватим данную территорию. И что даст нам престижа, а то минус 74 это просто ни о чем. Хорошо, давайте-ка ускоряемся, друзья, товарищи. Так, объединили. И маленечко еще пожмем их в плане морали. И сейчас мы их будем брать. Хорошо. Так, давай. Отлично. Все, 100%. Отправляем. Ну что? Блин. Черт бы у вас. А, стоп. Скандинавское язычество. Хорошо, ладно, пусть так и будет. Пусть будет вассалом, скандинавским все-таки. Это уже плюс. Распускаем воинов. И пойдем вот на этот островок. Так. Объявляем войну. Так, тоже скандинавское язычество, скандинавское. Все хорошо, можно захватывать. Жалко, что там девка вот эта. Наследник вот этот мне не нужен, но ее можно будет женить. Так, ну что, объявляем. Человек против 77. Ну, я думаю, всем все понятно. Как так? Я еще и побежал. Жесть. Ну, давай тогда еще увеличим
Раз так. На то пошло. Добавим маленько солдат. Чтоб лучники мои не вывезли. В одну харю. Так, давай, давай. По-быстренькому захватить эту... Ты куда? Сюда иди. Так, объединяем. 1000, это уже хорошо. Так, короля пока я не буду отправлять. Конечно, хотелось бы. Хотя можно. Давайте его вот сюда. Так, 15. Здесь 12. Пусть будет. Вперед. И надо не забывать развивать экономику дальше. Отлично. Так, это у нас что? Тяжелая пехота? Тяжелая пехота. Казармы нам добавят тяжелой пехоты, цитадель, размер ополчения и гарнизона. Дорого. Давайте тогда казармы. Хотя нет. Стоп. Мне еще надо немножко на деньги. Учебный лагерь, место, университет. Церковь. Пока ничего. Здесь. Город при замке уже есть. А вот он, городок при замке. Так, тут. Увеличиваем налоговые поступления, они потому что очень-очень нам нужны. Здесь, по-моему, тоже я уже везде построил. Ну, поскольку я эти земли передал, пусть так и будет. Ух ты, какая жена. Еще католичка, ты с ума сошел? Блин, ладно, лишь бы сын был нормальной веры. Так, ну, остается только ждать. Давайте скорость маленечко увеличим до максималки, чтобы гораздо быстрее удалось нам захватить данную территорию. И потом будем ходить на охоты. Так. А пусть будет высокомерная. И коварная. 15 лет, а она такая дура. Из мозга. Ай. Интрига? Давай. Будет интрига. Это кто? Подопечный. Блин. Дурак. Я думал, что это. Эх, ладно. Потом мы его по-другому будем воспитывать. Нам интрига не нужна, наоборот. Чтобы у наших вассалов было меньше интриги. Что-то тупанул маленько. Так, ну что вы там? Половина. Вот, растет гвардия. Хорошо. Ну, конечно, хотелось бы напасть, но еще не могу. Так, а сколько я еще на гвардию? Во! Опять могу купить. Давайте купим. Опять же лучники. Опять же слабая пехота. Но, что поделать. Пусть будет так хотя бы. Принять католичество. Так, привлечь торговые корабли. Великий бот надо провести. Обязательно. У нас как раз есть священник, которого мы принесем в жертву.
И рунный камень обязательно поставим. Так, 100 монет. Давайте так и сделаем. Пусть будет мудрость. Оп, побольше стало. Почти 2000 народа. Так, здесь надо будет потом подарить кому-нибудь. Так, 35. Сотка. Вот ему можно будет подарить полностью вот эту вот провинцию. Так, заказан этот камень, та-та-та, сын своего отца отмечает свою великую мудрость, и вправду не было ни одного такого мудреца. Вы покидаете камень, зная, что через много столетий, когда он та-та-та, ну, отлично. Отлично. Так, чё там у нас бабуля-то? Надо её кокнуть будет чуть позже. Ну, давайте добьем. Хорошо. 200 осталось. Одни лучники, смотрите, 1000 лучников, немного тяжелой пехоты, совсем чуть-чуть. Хорошо, грабят тут, лазят. Прекрасно, деньги мы имеем. И осталось 700. Так, вассал. Десять, 11, 15. Давайте назначим. Пусть будет так. Пусть работает. Обращает. Нам надо очень срочно весь остров сделать скандинавским. В плане религии. Потому что полное католичество меня вообще не не устраивает. Вообще просто никак. Ну вот и все. Девка, пусть будет тут тогда, раз ты такая. Ну все, распускаем войска. Так, пошли вон. Гвардию еще могу поднять? Нет, пока не могу. Осталась чистая гвардия здесь. Денег у нас довольно-таки много. И, пожалуй, отправим нашего короля на охоту. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь до следующей серии. Всем спасибо. Пока.